Евросоюз увеличит финансовую помощь Молдавии на фоне тяжелого энергетического кризиса в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Кишинев. Общий объем нового пакета составит 250 миллионов евро. Брюссель также обещал обратиться к международным донорам. Молдавия с октября переживает резкое сокращение поставок газа и электроэнергии.